Смотрите, друзья, какой красавчик. Смотрите, о, красноголовик. Наконец-то мы выбрались за красноголовиками. Сегодня у нас будет экшен. О, смотри, он. Ой, какой длинный. Вон дальше. Ну-ка, дальше. Мужик. А вон там еще один. Вон, смотрите. Рядом толстая мухомор. Иди забирай его. Вниз на такой толстой ножке. Выкручивай. Ну-ка покажи. Во. Вообще красавец, да? Хороший? Да, чистенький. Прям чистейший. Ладно. А вон там, смотрите, я вам сейчас покажу. А вот стоп, стоп! Не наступил, смотрите, вот еще один. Оп! А вон там вот гигант просто. О, чистый. На этот. Вот просто. Смотрите, как он огромный. Мы его сейчас на этот, на рассаду посадим. Сюда вот поставим его. Вот и мухомор. Сейчас я обойду. Ребят, смотрите. Раз, два, три, четыре. Еще стоят. Красавцы. Ну-ка, давай забираем. Давай, давай, давай. Давай тебе. Правда, они уже такие. Такие вот. Прям чистейшие. Чистый, главное, да? Вообще. Сколько мы уже? Это получается около 7 штук. Прям сразу месте. На одном месте. А тут вообще, смотри, какой маленький. Ну, он что-то, мне кажется, уже перенасытился влаги. Да. Влаги перенасытился. Ой, эти вообще. Смотри. Белые. Крепкие, чистые. Вообще огонь. Угу. 5 минут, как зашли. О, зашли на разведку в осинки, да. И не зря. Прям они просто, нас ждали. Именно нас. Просто чистейшие. Угу. Ай, аромат. Давно мы так не собирали. А это, смотри, даже хоть и здоровый, смотри, он. Просто. Как новенький, просто, да? Просто чистейший. Смотри, он весь белый. Даже ни один червяк не ел. Сейчас вот это вот. Просто, смотри. Угу. Белейший. Угу. Ладно. Маленькое ведерко мы, походу, сегодня взяли. Смотрите, они решили спрятаться от меня. Идем по краю. Тут черноплодки. Вон целая куча. В садах собираем. Вот, смотрите, какая она. Ага. Можно винище делать. Но пока мы за грибами. Вот, красивый, чуть подъеденный. Но в коллекцию шляпка. А! Обалденная. И это тоже хороший. Сейчас по краю, кажется, еще насобираем. Вот еще, ребята, красавчик. А? Вот такой чистенький. Вот
ребят, еще один красавец. Вот она, осинка. Вот. И он прям под ней. Опачки. Смотрите. Берем. Пополняется у нас коробочка-то. Что скажете? Раз. Два. Три. Вон там еще один сидит. Такой вот маленький друг. Смотрите. Вот, ребят. Снова белый. Погрызом мышами. Вот. Но мы его возьмем. Такой красавчик. Видите? Вот. Татьяна у нас пробирается к грибу. Я еще вот не знаю. Маленький. Вот они все маленькие. О, там, смотрите, ребят, вот спрятался он. Белый. Вот он, смотри. Ну-ка, покажи нам его. Растет откуда-то из палочки. Покажи нам, красавца. Ну-ка. Где? Вот он. Малочек. А этот? А у меня вот здесь, смотрите, ребят. Прям рядом со мной спрятался. О, вообще! Бомбический. Смотрите. Это не белый, это белище, смотри. Смотрите, ребят. Какая ножка. Ножка просто бомба. Ну-ка, где твой? Малыш. Малыш. Червячки поедут. Вкусный малыш. Червячки едят, да? Да, ну шляпа какая-то. Так, смотрим по сторонам. Ладно. Вот это вообще бомба. Изучаем. Красавчик спрятался. Опа. Подберезовичек. Еще один берем на жарю. Поеденный. Ну, очень крепкий белый. Смотрите, какой. Вот он. Его погрызли. Но он хороший. Берем тут кругом. Где бомба. Белый. Смотрите. Просто. Просто красавчик. Да, в канавке тут. Просто. Ходишь прям вот краешком. Где-то, может, еще сидит. Смотрим. Вот еще сидит. Вот еще. Вот еще погрызли его мышки. Вот тут тоже белый сидит. Смотри какой. Вот, ребята, смотрите, какой красавчик Татьяна нашла. Вот он. Просто бомба, да? Молоденький. И сейчас я вам покажу еще один. Смотрите, как он. Как он спрятался. Смотрите, ножка вообще бомба. Вот. Смотрите. Просто. Вообще, вот он, красавчик леса. Да, да, смотрите. Там что, мини-он? А вот там повыше вроде еще один сидит. Это вроде не белый. Ну, вроде белый. Давай ты вот этот забирай сначала. Давай, красавчик. Хороший, хороший. Пошли за подвор. Под осиновиками. А набрали белых. Прям не хочет вылазить, да? Чистенький. Прям. Чистенький. Ну-ка, покажи. Вот он. А вон там, посмотри, белый, нет? Нет? Ну ладно. Посмотрим, тут пройдемся еще. А? Вот, прям. О. Прям смотрите. Ха-ха-ха. Yes. Чистенький, белый.
Просто. Вот Татьяна на фоне огромного белого гриба. Он почти, он почти с твой рост. Вот еще один. Вот он костяника. Вот она костяничка. Вот они. Много как. Ну-ка покажи нам. Ага. С толстыми ножками. Лисички. Породистые. А вон костяника. А, и тут костяника вон сидит. Вкусная ягода с косточкой. Смотрите, ребята. Сейчас я ведро поставлю вот здесь. Смотрите. Раз. Смотрите. Два. Два. Смотрите. О! Вот эти вообще бомба. Рядышком. Сюда их. Идем вон за тем. Вот тут яблочко валяется. Вот это взяли мы. Идем дальше. У нас вот тут вот в траве спрятались они. Вот он, смотрите, какой, ой, какой красавец. Смотрите, лютый. Вот еще один. О, просто красавчик. Идем, несем это все дело туда, по сторонам поглядываем. Папоротники, папоротники. Они просто сидят здесь. Если переросшие, ребята, конечно. А если красавчики. Вон там старенький стоит. Перерос уже. Вот. Еще по сторонам посмотреть. Вот. Такую вот поляночку за пару минут. Ладно. Смотрите. Спрятался. Просто красавчик. Берем. А рядом-то еще один, смотрите. Я его-то и не заметил. Малыш. Берем. Вот у нас все пополняется. Вот он очередной красавчик. Маленький. Ай, спелый, смотрите. Хорош. Вот. Берем. А там, смотрите, мухоморы какие. Вот они сидят. Татьяна нашла очередной белый. Ну-ка, покажи нам этого красавца. Вот он. Вот он, красавчик, да? Красивый. Надо еще искать. Так, чистенький только там. Что там? Слизняк. Слизняк? Сейчас мы его вытащим. Ну, как-то они вот по одному... По два здесь, да? Сейчас поищем. У тебя столько уже почти лезут. Полное ведро. Очередной красавчик. Подосиновик. Надо тут пройтись. Поглядеть. Погрызла немного. Но ничего. Так-то нормально берем. Сейчас пройдусь, посмотрю еще. Смотрите, ребята. Вот такой красавчик. И еще один, да. Крепенький. Ну-ка покажи. Ну-ка нам покажи. Вот он, да? Постучи по нему. Стук есть? Орешек. Как орех? Хорош, да? Есть понемножку, да? Да, вылезает. Смотрите. Очередной красавчик у нас найден. Сейчас мы его добудем. Давай, добывай. Добудем. Вот.
малыш. Не малыш. Вот, друзья, очередной белый гриб. Сейчас Татьяна его заберет. Пока мы шли обратно, они выросли. Да, пока мы шли в одну сторону, теперь в другую. Вот он какой. Малыш крепыш. Ну-ка, покажи нам. Вот. Малыш крепыш. Чистенький, крепенький, как ореш. Ладно, смотрим внимательно. Ребят, смотрите, какой же он классный. Ох, хрустит аж прям. Просто бомба. Смотрите, толстая белый. Ножка. Толстая ножка. Фу. Вообще. Проходили по этой канавке, идем обратно, и они как будто заново растут. Берем. Вот очередной у нас белый, прям на дорожке. Такая вот дорожка у нас тут идет. О, это не белый. Не белый? Это березовый. Ну ладно. Друзья, еще два красавца в нашу копилку. Белый вот с такой ножкой, смотрите, просто бомба. Прям стучишь по нему, он как этот. Вообще класс. Чистенький, беленький, мощный. И красноголовик. Ладно, берем. Татьяна у нас обнаружила, смотрите, каких красавчиков. У-ху. Ребята. Вообще огонь. Они вдвое сидят в одном. Прям. О, во. Вот так вот, смотрите. Ну-ка, кто Татьяне лайк поставит? А? Вообще прям хрустят прям. Да? Хрустящие. Чистенькие. Замаринуем. Да. Зимой будем кушать с картошечкой. Ведерко их. Ведерко. А вот там вот, смотрите, вон, очередной. Еще один большой. Да, вообще, его мыши вроде погрызли так немного. Жесткий такой, да. Вот, крепкий прям. Ну-ка, покажи нам. Вот он. Ух, смотрите, какой красавчик. Крепкий, чистый. Все грибы чистые сегодня. Да. Мы уже, вот, у Тани полное ведро белых практически. У меня вот тут тоже белые лежат, грузди белые, костянику тут едим, так что собираем, собираем. Друзья, вот такое количество получилось у нас. Здесь есть волнушки, лисички, белые грузди, но самая бомба — это белые, смотрите, просто они красавцы, вот такие вот. Мне кажется, это хороший был сегодня у нас выход. Белые есть подосиновики очень. Но выход у нас в основном, мы думали, что соберем одни подосиновики, потому что горят массово. Но нарвались на белые, и они просто нас порадовали. А вы не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, написать комментарий. Удачи вам. Пока.